третьей школе Карачаевская произошло значимое событие – презентация именной парты Героя Советского Союза Харуна Богатырева, человека, чье имя носит образовательное учреждение. Как обычно, ученическая парта стала непосредственным источником информации о герое Великой Отечественной войны, расскажет Фатима Даурова. Представители управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии в качестве официальных гостей были приглашены на торжественное событие, к которому школа готовилась особенно усердно. В актовом зале уже все готово к началу. Сценарий презентации парты героя воплотили ученики, которые рассказали гостям и присутствующим о жизни своего земляка, героя-танкиста Харуна Умаровича Богатырева. Он был очень мужественный и можно многому у него научиться. Он был героем. Он очень мужественный человек, и было бы хорошо, если бы все были на него похожи. Это на самом деле очень познавательно. Нас часто просвещают этим вопросом, нам часто рассказывают о героях. Это герой, в честь которого названа наша школа. Мы почетно несем звание нашей школы. Мужеству Харуна Умаровича Богатырева можно просто удивляться. Право перерезать красную ленту досталось потомку солдата, начальнику ОВО города Карачаевск, управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Кириму Богатыреву. Парта героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем отношение к школе и вошедшем в историю Отечества, его фотографией, сведениями о героическом пути. О своем родственнике, вызывающем глубокое чувство гордости, поведал специальный гость мероприятия. Когда мы рассказываем о героях, у подрастающего поколения в глазах я вижу огонь. Вижу пример, вижу патриотизм. Человек, совершивший доблестный поступок в трудных условиях и проявивший мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию, считается героем. На примере таких людей, как Харун Богатырев, герои Советского Союза, строится воспитание молодых. Я прихожу в школу не один, а с несколькими сотрудниками, потому что эти сотрудники действительно, которым можно гордиться. И, конечно, видя в форме росгвардейцев, подрастающее поколение стремится достичь того же уровня, чего достигли росгвардейцы. А росгвардейцев же что можно сказать? Когда речь идет о героях, об отважных сынах России, наши росгвардейцы всегда готовы к защите нашей Родины. После таких мероприятий у них какое-то вдохновение есть, на какие-то подвиги они, да, способны. Были случаи, когда они предлагали, а давайте свою книгу памяти создадим. Вот на днях как раз с 10 классом общались, тоже на тему, недавно прошла годовщина Афганской войны. Да, вот мы с ними собираемся выпустить свой небольшой альбом «Книга памяти», вот, Афганской войны. Да. Честь сидеть за этой партой представится отличникам учебы и учащимся, активно проявляющим себя в жизни школы. В конце мероприятия участники сделали общую фотографию на память. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск.